Привет, меня зовут Валера, и я хочу летать. Давайте по порядку. В ближайшие пару лет я собираюсь научиться летать. Для чего мне это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы доказать тебе, что возможно все. Это же так круто, когда ты загорелся чем-то, начинаешь узнавать об этом больше, рыться в интернете, спрашивать советы. Это уже шаг к мечте. Когда ты ищешь, ты узнаешь, что тебе нужно делать. Узнаешь, что сначала тебе нужно пройти курс обучения свободному падению. Потом выпрыгнуть 200 раз из самолета, чтобы начать прыгать бейс. Затем пройти курс полетов в костюме, это еще 200 прыжков, плюс аэротруба и всякие прыжки с веревками. После всего этого можно будет сделать первый бейс-прыжок в костюме в горах. Каждый вечер я засыпаю с мыслями, что все получится, и просыпаюсь с вопросом, во что я ввязался. Знакомые мысли? Если да, то подписывайтесь на канал и спорьте со своими друзьями на деньги, получится или нет.